Подъехал очередной удивительный эпизод моего видеоотчета. Теперь уже за март. Я очень ждал весну. Ну а кто же ее не ждал? Это я. Ну это... там тепло, солнышко, да что тут рассказывать. Вы и сами ее ждали. Но это будет позже, в мае. А сейчас на улице зябко, холодно и темно. Мы все греемся в кафешках. Я езжу на любимом метро. Доллар немного упал, активно проходит агитация перед выборами президента. Исправляем последствия футбола. Так и надо. Динамо при полных трибунах проигрывает дома 5-0 Челси. Где-то расстраивается один Антон. Нормально выглядит? Очень аппетитно выглядит. Мы возле музея истории Украины. Внимание, вопрос зрителям. Когда была разрушена десятинная церковь? Паны отаманы. Я уже дважды в этом году был в театре. Впервые попробовал синабон. Очень вкусно. Время перевели на час вперед. Коты нежатся на солнце. Все больше хочется гулять в парке. Тесо. Живут же люди. Обязательно посмотрите видео о том, как мы весело ходим в горы. Ну, это вам не сопли на кулак наматывать. Ну и как? Как же без снега в конце марта? Ты не такая, не такая, как все. Особенная, и с красотою в душе. Very, very good. Пушка. Огонь.